Два человека погибли в аварии в Вологодской области. ДТП произошло накануне около 22:40 на 609-м километре трассы Москва-Архангельск. По информации УМВД, житель Верховашского района на автомобиле «Шкода Рапид» выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «МАН». Большегрузом управлял житель Воронежской области. В результате аварии водитель «Шкоды» погиб на месте происшествия. Также не выжил его 10-летний пассажир. Мальчика доставили в лечебное учреждение, где спустя 2 часа он скончался. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Трактор упал с моста в Вологодском районе. Это произошло на 14-м километре дороги Семенково-Заря. По информации УМВД, водитель трактора допустил частичный съезд с моста. В результате происшествия никто не пострадал. Причины устанавливаются. Два дома горели в Великом Устюге накануне. Первый пожар произошел вечером 2 декабря на улице Красной. Горел двухэтажный нежилой дом. Второй пожар произошел в ночь на 3 декабря на той же улице. Горел одноэтажный частный дом. В нем тоже никто не жил. Огнем повреждена внутренняя отделка, чердачное перекрытие, а также кровля. Причиной обоих пожаров, по информации МЧС России по Вологодской области, стало неосторожное обращение с огнем.